Вечер или ночь, или утро, я не знаю. В общем, я говорил, что на стриме буду апа Джиджика. И так получилось, что 4600 я никак не поднял. Я считаю, что это не самые высокие кубки, которые требуют так много внимания. Но тем не менее, вот мне что-то вообще не получается никак их поднять. И я решил все-таки... Ну, если я снимаю путь из первой арены до 5К, я должен снимать каждую арену и каждую лигу. И вот следующая лига 4600, естественно, посвящается сейчас именно тема ролика этой лиги. Колода у меня изменилась немножечко, я прокачал Валькирию на 10 уровень, пушка доступна на 8, но пока я пушку не прокачиваю. Во-первых, нету золота, во-вторых, пока что не нуждаюсь в этом. В общем, поехали, 2 поединка осталось затащить, надеюсь, что получится. Попрошу вас сейчас всех поставить лайк, подписаться на канал, если на канале впервые. Это все происходит на стриме, вот доказательства, смотрите, он в чат, удачи желают, донатят, короче. Ребята, сейчас все прочитаю, сначала каточки, поехали. Мастер Амер. Я знаю, что многие напишут, а есть такой прокачка, и Карл, не позорься, 4600 это изи, я вон с 8 мирарками на 4900. Поэтому, ну, как всегда меня там... Ну, это опять спеллбейт. Это опять спеллбейт. Ну, просто до этого я только что играл тоже против спеллбейта. Вот. Но я выиграл. Там была... Как ее? Инферно. Не знаю, посмотрим, какой спеллбейт сейчас. Блин, а че он ничего не выпускает? Так, отлично. Здесь яд, естественно. Сейчас посмотрим на гоблинскую бочку, какого уровня. Если не максимального, то мой зап должен как бы гоблина убивать. Но это видно будет. Так, вот она летит бочечка. Мы ее пеймс. Да, 11-я гоблина, отлично. Так. Не хочет он сливать банд гоблинов пока что. Так, я, естественно... О, вот она, банда гоблинов. Ему, конечно, было бы правильнее кинуть банду гоблинов за рыцарем, но да ладно. Так, отлично. Надеюсь, что ракету тоже выкинет. Так, здесь дракончик. Давай. Красава, конечно, красава. Не дал пушке переехать реку. Переехать мостик, точнее. В этом плане он молодец. Так, здесь давайте... Слушайте, а он, короче, уже прокрутился до гоблинской бочки. Я до разряда еще нет. Вот, такие дела. Но я попробую сейчас... Так, активирую... Отлично, все, я прокрутился тоже до разряда. Ну, конечно, бы желательно... Вот, по-моему, она сейчас летит... обманка, нет? Нет, не обманка. Но я попробую активировать главную вышку. Отлично, у меня получилось. Принцессу он слил. Все, я ставлю голема. Сейчас начнем пушить. Ставлю голема, готовим валькирию. Че, просто? Ага, отлично, я так и знал. Здесь валька. Спокойно дефаем, вообще не напрягаемся. Разряд я сливать не буду. Мегамуху солью, потому что сейчас будет инферно. Ого, урона сколько. Так, здесь разряд. Разряд. Poison. Так, хорошо. Ему сейчас просто придется... Он вынужден сейчас будет тратить, ребята, ракету. Иначе он всосет. Так, здесь дракон. Здесь дракон. Так, здесь торнадо. О, слил инферно еще раз. На полуживого... Голема вообще не было. Так, нам надо сейчас самое главное, это до разряда прокрутиться. Значит, что мы делаем? Мы здесь выбрасываем так, а здесь выбрасываем вот так. Отлично. Так, здесь у нас валькирия пойдет. А здесь у нас пушечка. Пушечка на колесах. Голема уже смысла нету ставить. Так, к сожалению... Ну, давайте poison сливать, я не знаю... Сливаем poison. Так, летит гоблинская бочка. Парень опять теряется, как и прошлый соперник мой. Так, отлично, это хорошо. То, что он не теряется, это прекрасно. Так, принцесска, тихо. Принцессу нельзя пропускать. 1000 хп осталось, окей. Запускаем, короче, сейчас. Смотрите, я с двух сторон его уже продамажил. Так, это неплохо. Так, поехали, бочечка. Ой, ну вы поняли. Так, ну тут торнадо. Плюс яд. Блин. Так, давайте дракона, чтобы принцессу он случайно... А, видите как? Предикты. Чувствую соперника. О-о-о-о-о. Тихо. 500 хп осталось. Но я думаю, что добьем. Пока сложно, но ничего. Никто нам не обещал, что будет легко, да? Так, ракета, окей. Я вижу бочку, поэтому я резко разряд использую. И я побеждаю эту катку! Фух, вы видели, да, как? Неплохой бой, кстати, да. Соперник неплохо играл.
То есть видно было, когда он использовал ракету с бочкой, вот это видно было, что тут он выжидал этого момента. Вот, но когда он поставил Инферно на полуживого голема, где големиты были, то есть, ну тут, конечно, была ошибка. Последняя катка и 4600. Такое ощущение, что я сижу сейчас на основе. Реально, играть сложно, хоть это и 4600. Поехали, последний бой. Надеюсь, что получится. Поддержите меня там в комментариях. Сейчас строчат очень много сообщений. Давайте чекнем сейчас быстренько. Хорош, когда победил. Ой, снова донат. Ну, донаты мы прочекаем потом. Так, окей. Так, 12 уровень. Так, здесь что? Опять спеллбейт? Меня достали уже. Просто есть еще один вариант спеллбейта. Это Инферно, Банда, Армия Скелетов. Так, это непонятно пока что. Я здесь выброшу Мегаминьона. Может быть, Шахтер. С Громоверцем я знаю несколько колод. Это в основном с Пекой. Очень часто я вижу. Интуиция меня не подвела. Так. Ну, на самом деле, сейчас вообще херово все у меня. Блин, вот я тупанул, надо было просто атаковать. Я прям не знаю, что сейчас сливать. Солью разряд, чтобы прокрутиться до пушки, потому что сейчас цикл вообще ужасный. Так, здесь давайте дракончик на мага. Блин, ну, макси 11 уровня, конечно, жесть, пацаны, жесть. Пеку уничтожи. Так. Интересно, что там, три мушкета есть? Так, офигеть, сколько у него магов. Это громовержец, ну это же считается за мага громовержец. Громовержец, ледяной колдун, обычный колдун. Ну ладно, я тут использую, короче, так. Это смешно, но это 4600 я узнаю. Так, ладно, сейчас только ставит пеку. Я сразу же голема с другой стороны. А он должен поставить пеку. Ставлю голема. Ну, я ставлю голема именно с левой стороны, потому что ему сейчас будет дефаться трудно. Мне как бы тоже нелегко будет пеку дефать, но я надеюсь, что он колдуна подкинет на голема, а не за пекой. А, пушечку выкатить куда? Наверное, на деф выкачу пушечку. Да-да-да, вот так вот выкачу пушку. Так, здесь вот так вот Валюха, давай, ты 10 уровня уже. Ты уже у меня взрослая девушка, так... Да по-любому здесь торнадо. Блин, ребята, вообще, смотрите, он не пекает, так армия скелетов задефал меня. Это жесть. Так, ладно, здесь мы кинем Poison. Немножечко рано поспешил. Ну ладно, он все равно попадет в область и сдохнет от пушки. Ставлю снова голема. Ой-ой-ой, сейчас будет сложно, но будем стараться, что делать. Так, ставим пушечку вторую. Ставим вторую пушечку. Ох, жесть. Так, здесь у нас Валькирия пойдет, так чтобы пека не доставал. Пеку можно будет, конечно. Не будем подсасывать никуда мы. Так, у нас есть разряд. Сейчас голем точно дойдет. А мы используем даже вот так вот яд. Пеку пропускаем, даже если фриз. Так, ну это разряд. Ой, разряд вообще был лишним, ну ладно. У парня горит пуканчик, потому что он немножко не рассчитывал. Он немножко не рассчитал, он думал, ну все-таки у него фриз, пека. Вот не было элиток, очень странно. А так очень похож на такого игрока, который играет с элитой. 4600, гайз, можете меня поздравить. Блин, казалось бы, 4600, ничего такого. Да, ну блин, а соперники реально какие-то вот тяжелые, блин. И прокачка, да. Ну, прокачка, да, как, такая же, как у меня, типа, ну... Но все равно я удивлен, потому что я прокачался и хочу подняться выше, к примеру, на 4900, на 5к. Но я сижу очень долго здесь, потому что такие же, как и я, с такой же прокачкой здесь сидят. Я очень удивлен. Вот такой вот, друзья, получился ролик. Ставьте лайк, если он вам понравился. Естественно, ждите продолжения. 4600 это не предел на твинке. Будем апа 4900. Прокачаем пушечку на днях. Думаю, следующий ролик сразу будет про пушку, если наберем 5000 лайков. Подписывайтесь на канал и ждите новые выпуски. Спасибо вам всем за просмотр. На ютубе я буду прощаться, потому что этот ролик был чисто для ютуба. А я пойду продолжать стрим. Если тебе тоже хочется с нами сейчас на стриме быть, но ты смотришь завершение ролика, подпишись и нажми на колокольчик. И приходи вечером ко мне на стримы. До новых встреч, ютуб. Пока.